Эти гибкие микрочипы положат начало новому поколению смартфонов. Их можно будет сложить или свернуть в трубочку и положить в карман. Разработать такие обещает европейская команда ученых из 23 стран. Они исследуют уникальные возможности графена. Беспроводные приемники исследователи представили на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне. Ваш мобильный телефон может быть таким же тонким и таким же гибким. Его можно будет сложить и положить в карман. Графен тверже стали и тоньше бумаги. Он растягивается, обладает хорошей проводимостью и очень легкий. Его давно хотят вывести из лабораторий на рынок. Это произойдет в ближайшем будущем. Мы говорим о сроке в 5 лет. Через 5 лет вы увидите полноценный мобильный телефон, сделанный из подобного материала. А это еще одна технология, основанная на графене. Команда ученых из Барселоны разрабатывает нейронный сенсор. Он поможет пациентам, которые потеряли возможность говорить. Устройство будет преобразовывать электрические импульсы в слова и текст. А потом отправлять это на мобильное устройство или компьютер посредством беспроводного передатчика. Наша цель – сделать очень тонкие и гибкие устройства, которые можно вживить поверх черепа навсегда. А графен очень гибкий, очень прочный, стабильный и обладает удивительной электропроводимостью. То есть из него получится потрясающий сенсор, который можно вживить в тело и оставить там. Графен также хотят использовать в создании умных стелек. С их помощью можно будет следить за распределением давления на подошву и выбирать самый оптимальный способ тренировок.